Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня со мной Джонни Прайд. Всем привет. Короче, Джонни себе купил монстра за 15 лямов. Это просто жесть. Кстати, в названии будет написано, типа, купил монстр за 15 миллионов, пацаны. Но если бы я написал, друг купил монстр, понимаете, это было бы... дебильно, как по мне, название. И так что не там не надо писать, типа, кликбейт. Типа, ну, Джонни купил монстр, если что, не я. За 15 миллионов скрины я вставлю, если что. Кто, кстати, хочет с Джонни пообщаться, ссылку на ВК я оставлю в описании. Там можете ему писать. Заколебывать его. Упрашивать монстра у него покататься. Короче. Твой монстр. Ну, да. Ну, короче, что ты продал, рассказывай, и почему ты купил именно монстра? Ну, не знаю, на сервере монстров не так много, я захотел, мне эта машина нравится уже достаточно давно, я на всех серверах, там, где вот даже на том же районе, где твой сервер, там тоже все время на монстре ездил, и тут как стал этот ажиотаж с монстрами, ну, я решил свой дом продать, машину продать и взять монстра. Кстати, ты монстр купил моего подписчика. Прикинь, он два монстра в рулетке выбил и гелик. Прикалываешь? Повезло, пацану, повезло. Да. Ну, блин, говорят, что типа их до по 20 лямов продают, а ты вообще за 15 его купил. Ну да. Да я его не собираюсь пока продавать. Ну это понятно, блин. Я не знаю, блин, ну это твоя единственная машина, да, получается? Ну, там еще что-нибудь купим себе со временем. Быть в 100, ты финка. Понимаете, нормально. Джонни отдал до последней копейки просто все до монстра. 14,80 точно быть, он его купил. Ну, 15 миллионов, округлим. И он подается тюнингу. Сколько чип стоит у него? Один. Ну, где-то... Ну, вот у него ГОС машин 10 миллионов. Да, кстати, у него ГОС 10 чип... миллионов. Тоже скрин не кинешь, что у него ГОС 10 лямов. Да, а чип стоит... ну, в СТО вроде 2,5 или 3 миллиона где-то так. Я вот точно не сматривался, но там... Ну, скорее всего, где-то 2,5, да. Дорогой тюнинг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это я не специально. Если что, там админ, если может, сможет. Я не специально это сделал. Он просто колёски какие-то, понял, непонятные. Они как-то больше у них как-то, понял, идет расстояние, чем они есть на самом деле. Ну это да. Ну цвет, конечно, я бы в розовый покрасил. Отвечаю. Полностью розовый я бы покрасил. Я об этом думал. Не знаю, вот ты планируешь там, может, когда-то на него блат номера поставить? Ну... В принципе, так-то планирую, но пока об этом что-то голова-то более не сбивается. Ну, нормально, чё. Давай заедем, посмотрим. А вон еще один монстр стоит, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой, аккуратнее, пацаны, аккуратнее. А тут что это за монстр еще один стоит? Тоже без номеров? Это Принц админ, Колобенко. Это админа, да? Да, это Диего Крита. Жестко ты лезешь. Ну блин, ты доволен тачкой? Ну конечно, ты чё, это моя а машина. А ты не боишься то, что ты должен типа за него ответственность вести, там типа нельзя там всякой худёй страдать? Да похуй. Ну за тэш банды на 30 дней, понимаешь? Да, ну, или нет, даже деактивации. Нормально везде. Планируешь его когда-то чипануть, два чипа поставить на него? Нет, два чипа ставить это я не буду, уже ни на какую машину, потому что два чипа мне не нравится, она становится машина медленная. А чиповать, значит, ну не знаю. Ну не знаю, я бы хотел поездить на монстре с двумя чипами, ты прикинь, какой он дебильный бы. Ну где-то сотку, наверное, ехал бы. Примерно. Да ну не знаю, ну не сотку, может 80.
65, так вот. Ну, так он едет 64. Ну, с альтом попробуй зажать, он будет ехать 77, по-моему. Да? Так альт профиксили. Так, нажимай пробел, пробел, работает. А, в натуре. Лол. Но это, походу, только на монстре работает. Потому что ты ж на обычной машине сможешь альт жать. Ну да. Но на нем ЕПП-шить нельзя, да, вроде? Или можно? ЕПП-шить нет, нельзя. Только если с маленькой скоростью по горам. А-а-а. Ну он полноприводный же вроде? Да, он полноприводный. Ну видите, пацаны, у него колеса еще задние поворачиваются. Это очень круто. Одновременно четыре колеса поворачиваются. Это просто жесть. Но живет он бензо много или где? Бензина? Да. Да, ну не знаю. Я вот его там два раза заправлял. Да? Или три. Ну, ты же на нем выйдешь, походу, катаешься и все, ну да. Ну блин, на дальнее расстояние нам ехать, это пиздец. 60 км, просто. Понимаете, пока Джонни ко мне ехал, я успел, блядь, уже доехать до Нашана и потом доехать до Южного, до Баста. Минуточку внимания, хочу поставить вам бизнес своего друга. Его бизнес — это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПГ Южного. В СТО вы можете поставить различный тюнинг. Перекрасить свое авто, поставить азот, чтобы ебать всех со светофора. Поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая. Также починить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО. До второго. Но он очень медленный. Чтобы понимали, Джонни продал свой дом в Бусаево. Продал Бэху, продал Лансер и купил себе Монстр. По-любому напишите, что он долбоёб. Я тоже сначала так думал, нахера. Тупо все продал, пацан, ради Монстра. Ну хотя, блин, у него, у тебя СТО и Монстры. Чисто такой батька на сервере, можно сказать. Да, все заходим в моё СТО, сзади ДПС города Южного, и там чинимся, ставим чеку туда-сюда. О, реклама, реклама. Так ты, давай, там не прыгай, я думаю, ты сейчас как прилетим. А не, хотя давай прыгни. А он не прыгнет, там разгонится на маленький. А, ну да. И у меня есть идея. Но тебе это не понравится. Давай, давай. Он встанет на колеса, я просто уверен. А, я понял тебя. Давай, давай, давай. Заедь, сука, нет. Ты прикинь, не заехал. А ну давай, а не, не заедет он по-любому. Ну пацаны, блин, дорогая игрушка, что я могу сказать? Можете выбирать, кстати, вот, не знаю, Rolls-Royce стоит сколько? 15, 25 миллионов, да? Вот это 15 можно купить. Ну за 20 можно купить, допустим. Ну да. Ну, блядь. Ну, Rolls-Royce, что там, катаешься? Ну, Rolls-Royce такая... это понты, а Monster это еще больше понты. И по угару. Ну да, это очень жестко. Ну блин, в рулетке его очень трудно выпить, не знаю, мне ни разу ни Хелик, ни X5, ничего не упадало такого, прям. А в рулетку я вообще не кручу, это слив денег, как ну да, мне. Кстати, не, ну если с кредитов собирать, то в принципе нормально. Ну вот я когда собирал подарки, там, да, у меня было 100 кредитов, я два раза ее крутанул, что там деньги выпали, и скин на Дигл, вот тот скин, да, я люблю, сейчас у меня даже Дигл в руках. Офигенно. Я работаю в СМП, а без дигла никуда. Без дигла никуда. Жесткий ты, конечно. Тоха клинит. Какой есть. Ну видишь, как-то не очень реагируют на монстры люди, как я думал, типа, не, ну, не знаешь, вах, ебать. Первые дни прям реагировали. Кстати, ну, вот да, нашли Yamaha Мур. 007. Вот мне этот чувак собирался отдать по Yamaha. А 033. Нормально. Ну, блин, не знаю, как-то на Rolls-Royce раньше пиздец, как люди реагировали. У меня же был он, я помню. Но на Monster что-то не так сильно реагировали. У меня раньше тоже был Rolls-Royce, ты че? Да? У тебя Rolls-Royce? Да. На 0.7 сервере. А. Бывает. Нормально.
А у кого сейчас на 7-м и спортзал, и Бэхенбот, а? У кого? Не знаю. Я тоже не знаю таких людей. Наверное, счастливый какой-то человек. Нормально. Чё? Поехали в Ростов, съездим. Я, блин, не смогу заехать, цены посмотреть. Сейчас стекло разбитое. Надо заправиться вообще-то. На спинзи до 15 литров. 15 литров без запроса. 303 километра, пацаны, просто нулячий, нулячий монстр, понимаете, 303 я километра. Я его взял, там было 150 километров. Ну, я знаю, я видел этот подписчик, он меня, помню, на стриме забирал из тюрьмы. И я этот монстр видел. Ну, блин, не знаю, 15 лямов, в принципе. Не, ну, блядь, дорогая просто игрушка, но... чтобы на основная тачка это была, это пиздец, я думаю. Чтобы это именно единственная машина была, как у тебя. Я себе еще хочу купить R8, мне нравится, это очень машина. Ну я тоже там на другом серваке катался, на ней классно. Я хочу себе сделать, как вот знаешь, на скринах Go был такая типа пчелка. Винила, прикольно, мне прям так. Да, желтая, золотая, прикольно. Ну блин, она стоит 7 лямов, по-моему. Мне предлагали поменять бэху, типа, на R8. Хотя... Вот это понял, моя бэха же сейчас на розыгрыше, я же ее разыграю. Это мне предлагали на R8, но как бы она на розыгрыше, поэтому я тогда не поменялся. Там были номера хер 01. О, неплохо. Угу. Подписчик вот этот, Влад Бэнс. Ну-ка, ты в серии. В смысле твой? Да не, не мой. Да нет, не мой. Нет, не мой чувак. Да не знаю, блин, серьезно, да, типа, монстры там круто, эксклюзив, ну, блин, я не знаю, себе бы хотел бы такой или нет. Передай привет тогда, Влад Бенс, привет тебе. Так, давайте напишу, передал. Ой, передал. Все, я погнал, чувак. Ну, если альт поджимает, да, можно ехать, но, блин, он очень такой, ну, нетормозучий, у него тормоза вообще нету. Можно накосячить жестко. Это такой задний ход. Ну, да. Бернаут, пацаны. В ОПГ заехать, понял, кого-то такой. На монстре, блядь. Ну да, нельзя быть пределить. Ну не знаю, блин, такие машины добавлять на сервак, это очень рискованно. Ну, и за это пиздюлей хорошие дают админы, если хуйню на нем страдать, в принципе. Не знаю, сделали бы, чтобы на монстре можно и ППшить было. А то передвигаться на дорогу общего пользования, просто понимаешь, ну это, блядь. Рискованно. Кто-то сзади будет ехать, просто зайдет под машину и все, ему пизда, понимаете? Его сразу перевернет. Поэтому, блин, по общим дорогам пользование очень опасно в въезде. Делали, чтобы на поля... по полях можно было его ебашить, было бы вообще-то ебить. Я думаю. Да. Ну а так, блин, по городу нем ездить. Во-первых, блядь, мы в две полосы, блядь. По две полосы едем. Мы в одну полосу не вмещаемся. И будет людям трудно нас понять. Не, ну так можно, конечно, так неудобно ехать. Вместиться, да. Да. Дальнобойщик. Он буду там гонять в Риркице. Ну да. Не, ну можно барельщики проезжать зато, пацаны, легко. Вот эти, по идее. Оп, оп. И все, поехал дальше. Ну видите, по дорогам общее пользование ездить вот так вот. Можно вот так вот ехать. Тоже нормально. Сейчас там взлетишь или вырежешься? Не. Я ж не Ярик водила. И ну блин, ну прикольная тачка, не знаю. Вот на нее бы поставить блаты бы, чипы, нитро. Я думаю, было бы просто пушка-гонка реально. Ну а так, тоже прикольно. Можно в рулетке выбить. Ну, бля, это такой один шанс на миллион просто, реально. Я не понимаю, как люди убивают гелики вот эти и так далее, блин. Тут просто, блядь, не можешь выбить что-то годы и даже, блядь, ту же випку нормальную. Какая-то дичь упадает. Сколько ты уже садил денег и ничего не вывел. Угу. Понимаете, можно за два года ни хера нормального не выбил просто. Ну да, можно смах, но он, блядь, медленный, пипец просто. Реально просто пипец. Кстати, смотри, а ведь там добавили просто... мероприятие дерби. Можно будет на дерби на нем ехать. Кстати, в натуре, ты ж можешь на дерби на нём поехать, и всегда будешь выигрывать. Да. Ну да, ты будешь тупо выигрывать и все.
Но оно почему-то еще не работает, это дерби. Ну, оно того и стоит. 15 миллионов. Ну да, в принципе. Не, ну просто, блин, если просто ездить на нем. Понимаете, вы не можете ни наезжать на кого, ни хера вы не можете просто ездить, понимаете, выебываться. А если бы разрешили по полям там ездить, хотя бы, было бы круто. А так, как жоповоз, плохая машина, как по мне, потому что очень медленная. Ну а так, чисто прикольные тачки. Что у нас сейчас колеса оторвёт. Не, вот так можно спокойно ездить, а то... Сейчас бы свой бока припиарить в печать. Джонни просто очень желает общения. Я же ссылку в описании оставлю. Без проблем. Ну ладно, чуваки, будем заканчивать уже. Вот такой вот видосик. Всем спасибо за просмотр. Там все ссылки будут в описании. ВК Джонни тоже будет в описании. И всем пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.